Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 24 мая в Анапе ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса, ночью прохладнее, 18 выше 0. Ветер переменный от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 17 градусов.